Самодельные сухарики всегда пригодятся, можете лакомиться ими в любой момент, подать на стол при встрече с друзьями или использовать для других блюд. Запомните, как приготовить домашние крутоны. Крутоны или греенки – это одно и то же, отличие только в хлебе, из которого они готовятся. Для крутонов берут чиабатту или французский батон, для сухариков используют обычный хлеб. Готовые крутоны можно приготовить с добавлением разных специй, сыра, на сковороде или в духовке. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. 1. Нарежьте хлеб ломтиками, затем небольшими кусочками произвольной формы. 2. В сковороду влейте половину растительного масла и выложите подходящие специи, разогрейте. 3. Выложите половину подготовленного батона и перемешайте, чтобы все кусочки были покрыты маслом. 4. Обжарьте крутоны до румяной корочки и переложите на противень для остывания. Жду ваших лайков и комментариев. 5. Обжарьте вторую часть батона до готовности и подавайте уже остывшие крутоны. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. А теперь ингредиенты. Французский батон, 1 штука. Оливковое масло, 3 столовые ложки. Растительное масло, подсолнечное, ореховое, 3 столовые ложки. Чесночный порошок, по вкусу. Количество порций, 6-8. Палец вверх или вниз, комментируйте, подписывайте. Заходите снова.